Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем с вами строить наше поселение, выживать, так сказать. В прошлой серии мы с вами пережили опять эти радиоактивные осадки. Вот, и в этой серии продолжим строить поселение, да, изучать технологии. Так, производство. Основная наша задача – это вот это. Промышленная добыча. Мы сейчас энергию изучим. И потихоньку будем изучать второстепенные линии развития технологий. Вот. Вот конфетки у нас, протеиновые батончики. Появились, это пришли к нам выжившие в гости. Так, мы вот торгуем снова, нам надо вот это. Подсолнухи для нашего суперзавода. Добыча. Пластик, пластик. Бегают за пластиком. Посмотрим, что как-то. А что такое? Что-то носится. Посмотрим, что с технологией, да, и как они там. Так, что у нас? Загрузили к госпиталям мы с вами под завязку специалистами. Такс. Кратер какой-то, что здесь? Гейзеры. Так, специалисты готовы. Что у нас? Кто? 38 вернуться. Взяли. Так, комплектующие, что осталось? Четыре осталось. Так, ты где у меня? Чуть направляешь? Не берет. Так, 21 осталось. Ты чё где? Сюда. Вернуться. Так. Ты, ну, так, опа. Почему мы не возле, ну, не вот здесь появляемся? Как нам расширить колонию? Можно? Она будет расширяться по мере объема количества человек. Точнее, объема количества, блин. Количество человек. Вот мы статью поставили в прошлой серии с вами.
Добавлю-ка времени. Так, вот есть все. Так, по идее у нас нормально 2000 почти. По воде 7. Ну-ка, си. Колодец. Воды нет, что ли, здесь, блять? Почему нельзя? О, рядом с больницей пусть будет. Там полная, да, прочность? Так. Пусть бросит эти все херни. Так, за железяками этим. Ты у меня идешь домой. Надо было тоже, там у меня тараканы еще. Так, ладно, хрен с вами, потом разберемся. Ученую. Она хочет привести мысли в порядок. Ну, давайте посмотрим. Одна из ваших колонисток, занятых наукой, приходит к вам с проблемой. Она уже довольно долго бьется над очень сложной задачей. Ей и сейчас ей просто необходимо выйти за пределы колонии, чтобы проветриться и привести мысли в порядок. А страшнее всего то, что она собирается гулять в одиночестве. Ну ладно, пускачу. Подготовившись к путешествию и попрощавшись со всеми, женщина отправляется в путь в гордом одиночестве. Через некоторое время она возвращается. Поход не принес ученого успокоения, напротив, внутри у нее полный раздрай. У меня есть идея, но я так и не смогла ее подкрутить, объясняет она и уныло плетется в лабораторию. Ну, заработали соточку научных очочков. Так. Так, так, так. Что у нас там? По 6 человек ютятся.
Так, наступила ночь, что ли? 0 часов. Так, ну-ка все. 6 часов осталось. Потом промышленная добыча и потихонечку пойдем. Чем ты возьми, блядь? А? Так, а ты где у меня? Ладно, возьмем что-то. Сейчас подзорвемся. Бах. 64. Так, мы набежали. Сюда иди. Так, берем сколько там. Блин. А ты домой. Все, давай, отлично. Такс. Блин, что-то мы на каком сухом пустыре строимся. Так, школа. О, энергия ветра завершена. Вот что нам надо. Поехали. 2 дня 5 часов. Блин. Долго. Так, долго-долго. Так, что у нас там еще? Опять что-то все прерываются нормально здесь. Так, что, все у нас там? Так, по специалистам все нормально. Так, едем дальше.
Ну, сейчас через пластик начнем добывать. Я думаю, что это пластик, а волокно. Волокно. Достаточно прочно, из которого... Разнокалиберные отрезы, достаточно прочные ткани, из которых портной сможет шить одежду. Берется она отсюда, ну не, берется она отсюда, да? Добавим что? Где лечись, хуй бегаешь, ты придурок. А здесь не больница, что ли? Один день, 12 часов. 88-й день, между прочим. С вами по этому периметру только здесь осталось, да? Ну вот его и накроем. Так, и дальше сюда, потом так вот, и пойдем как тетрис, так чик 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 сюда, сюда, здесь. Здесь, здесь. Ну, короче, так и будем потихонечку змейкой хуярить. Так. Ну, честно говоря, я бы не хотел такого будущего вообще. Реально тухло какое-то. Херней какой-то занимаемся. Сколько у нас там? Но мы так, по сути дела, нормально выживаем, да? 6 из 6. Чё, сарай? Почему нельзя здесь построить? Ладно, хрен с вами. Прошу прощения. Очень профессионально. Прошу прощения. Так, что у нас? Коммунальное жилье сюда не влезет. Ну и хрен с ним. Склад сюда поставим как. Так, секундочку.
Так, я снова здесь. Здрасте, здрасте. Так, что у нас? О, до конца света считалось, что падающая звезда — это повод загадать желание. В общем, да, я уже читал. Мы попасть в здание людей, нанести серьезный урон. Ну, сколько там? А то мы, да, что-то спокойно жили. Вот нам делать нехер. Сверху вечно прилетает какое-нибудь дерьмо. Так. Возвращайся-ка ты в колонию, дружок. И ты тоже. Чик. Пойдем ломим, что ли? Так, опустошили. Здесь у нас еще одежда. 27. Ну все, да. Единичку поставим. Что у нас там с технологией? 10 часов. Ну ладно, 10 так 10, я думаю. Продержимся. Что хочу. Один день. Так, склад такой нормальненький, да? Такс. Томагав какой-то. Так, что у нас там? Так, здесь и здесь еще. Что еще завод поставить? Экологическая станция. Ну вот как раз 33 троих туда запузырим. Ну, с рыбзаводом, ладно, что бывает.
2 часа. Так а кому-нибудь нужно еще вот это говно? Типа там, не, бензин нам самим нужен. А 69 это типа нам, мы покупаем. Тоже нам типа. Минус 50. Пластик что ли это? Сейчас промдобычу наладим, я думаю. Где она? Где-то он тут еще. А здесь уже нельзя, да? Подожди, можно же было так. Конечно, нам ломит сейчас. И мы тоже пойдем домой. Ну, почти край карты уже. Там вертолет упавший, смотри. Сейчас экскаватор нам пластика добавит. До катастрофы еще 2 дня. Ну и пластика можем будем барыжить. Так, ожидание ресурсов. Мы тогда сразу направим, по-моему, здесь где-то было. Да, вот сюда. Ходит что-то тут. Так. Чем толк-то от него? И чем он предупреждает, как это брехня, нам все равно пишет сообщение.
строится. Три поставки, три из шести, чё? Цена. До сих пор вот сколько играю, не могу разобраться с этой торговлей. Где у нас скрытый склад, а где у нас была мастерская? Палатка, лачуга. Комбинат. Одна мастерская. Вот сюда ее нужно так. Так, ну нормально, в принципе, да? Сейчас экскаватор. О, сделали же. Так, воротам прибыла группа выживших. Так. Отец однажды увидел в облаках гигантскую цитадель. Там живет элита. Творцы судеб, архитекторы рока. Они ждут своего часа. Протеиновый батут. Дети. Ну, что, возьмем? О, собиратель. Здоровье 100. Принять. Специалист. Чё? Кто за, кто против? А что такое? Эть. Не то построили, короче. Там же, блядь, металл, блядь. О, блин. Где он? Ладно, это пластик же, да? Так.
Ну что, предлагаю на этом заканчивать тогда. Продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter. Ссылка на плейлист будет в описании. В описании, да. Не забываем про колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Всем большое спасибо и пока.